Всем привет! А у нас сегодня Настя улетает в Чебоксары к подруге на свадьбу. Они ей билетик купили, и она летит на 4 дня, по-моему, они тут там будут гулять. Ей, короче, нужно было 2 дня взять, четверг, пятницу, выходных, а ей никто бы не дал. И она решила взять больничный. А так как она у меня такая стеснительная, да, ну, человек, ей бы, ну, как бы она, ну, как бы мы врать не умеем, да, что я не умею, вот у меня бы, я просто покраснела бы, ну, не умеем врать вообще. Также она вот просто, а у нее бы и голос дрожал, да, перед врачом, и вот мне легче сказать правду, типа, выпишите мне больничный на 2 дня, да, чем мне вот что-то там соврать, что у меня что-то болит. Также и у нее то же самое. Не можем. Это у меня муж, ой, вот соврет и не покраснеет, а мы не можем. Вот, ну и она взяла с собой подругу, дала ей свой полет, говорит, на это, за меня возьми два дня больничного. Ну, подруга тоже заходит, говорит, в кабинет, такая, ой, у меня тут болит, у меня там. Ее же врач говорит, вам больничный нужен, да? Она, ну да. Я говорю, ну вы прям горе актера называется. Ну, она ей выписала больничный на 4 дня до понедельника. Сегодня у нас четверг. Вот. Так что Настя у нас летит в Чебоксары, отдыхает, гуляет. Ну, а мы продолжаем влог здесь. Еще Настя себе купила вот такое колье. Она так переливается, вот, не на камеру когда, а тут так не видно, прям блестит. С баксами. И вот такое колье, цепочка. С мишками-мармеладками. Прикольно. Лера, сотри губы. Ты чем их намазала? Карандашом черным. Год. Кошмар. Я тут отдыхаю. Полы намыла. Что-то я задолбалась ползать. По этим полам хочу робот-пылесос моющий. Я тоже. Там тут удобно. Тут я спал. Нашел себе домик. Там коробка лежит. О, забыла вам сказать. Настя-то на права сегодня еще сдала. У ней сегодня еще одно событие. Не прошло и года. Долго она их пыталась получить. Вернее, она еще не получила, только сдала. Приедет сейчас со свадьбы, будет получать. О, Денис уже на лавочке. Пришел с работы. Я еще даже ужин не готовила. Сейчас пойду. Ну как? Хорошо, тебя никто-то не видит, да? Собака не достает. Собака только все со столов там вынюхивает. Да? Да. Давно я тебя не снимала, вредную собаку. А я после обеда тут мармеладками балуюсь. Вот. Одна с облепихой. Ну, я вам уже показывала, да? Облепиха. Корица, а вторая малинка, шиповник. Это я уже слопала. Но я их пользуюсь как это, не как там с коллагеном, да, а с витамином С. Не как витаминки, а как просто полакомиться чем-то вкусненьким, полезненьким. И еще малокалорийным. В одной мармеладке всего 10 калорий. Вот. Для перекуса, для вот вкусняшек, не вредные конфеты съесть, а вот такие мармеладки, я их никому не даю, ем только сама. Ну, Лере иногда, когда что-нибудь сладенькое тоже ей хочется, нету ничего, я из заначки, у меня они тут лежат в серванте, спрятанные, из заначки достаю, тоже угощаю. Я их не ем, как тут там суточная норма, 53%, чтобы каждый день там есть витамин С. Нет, просто вот сегодня вспомнила, захотела сладкого, вспомнила, поела. Там могу через неделю опять вспомнить поесть. Так они лежат у меня и все. Для... Как вкусняшки. Вот. Так что, кому интересно, ссылка под видео на них есть. На этот магазин, вернее, у меня.
А еще, если вы по ней зарегистрируетесь, то вам будет 15% кэшбэка на весь товар. А на ужин сегодня шаурма у нас. У нас снова какая-то шаурма открылась. Сейчас будем пробовать. Не знаю, называется «Приятного аппетита». Называется. Ну ладно, не то, что интересно шаурма, это ладно, а то, что там прилагается к шаурме, а прилагается к шаурме вот такой культурный пакетик, с там парочка или одна, парочка, по-моему, салфеток, потом салфетка влажная, зубочистка, там, наверное, мяса много, и жвачка. Такого я еще не видела. И каждого три шаурмы купил Денис, и каждого вот по такой пакетику. Прикольно. А у нас уже следующий день. У нас сегодня пятница, завтра выходные, и к нам сегодня приедут гости. Приедут аж сразу 5 человек. Это приедут из деревни, из моей любимой. Приедет сестра с племянником, с дочерью, можно сказать, с зятем, еще там одна девочка. Короче, целой гурьбой. Конечно, с одной стороны, я рада, что они приезжают, я как бы, ну, что они давно не виделись, увидимся, все. Но с другой стороны, столько народу. Вопрос, да, куда всех уложить спать? Как, чем всех накормить? Так, у меня на заднем плане бардак, да, еще надо убраться перед гостями все-таки. Вот, так что у меня сегодня такой день волнительный. Но они приедут, правда, только вечером сегодня, потому что они будут заезжать еще на садовод, на рынок. К вечеру, короче, ближе они только приедут. А для чего они приезжают? Чтобы перед школой, да, сводить детей, ну, куда-нибудь сводить, да, они, ну, там в деревне некуда особо водить. Какие-то, ну, в зоопарк это точно мы поедем. Ну, и еще куда-нибудь. Ну, короче, они... То в воскресенье, то в понедельник уедет. Наверное, в воскресенье, но в понедельник на работу. Ну, не знаю, посмотрим. Вот, ну, короче, 2 дня будем ходить опять по паркам. Не знаю, может быть, в Москве у нас была эта идея. Может быть, вообще, я, ну, везде была в основном, но не была. Знаете, у нас открылся недавно Остров Мечты. Это типа Диснейленда. Там целый город. Вот, и вот туда я мечтала там побывать, и ни разу мы так и не были. Может быть, съездим туда, я бы хотела туда там побывать. Вот, так что такие планы на выходные. Смотрим влог. Так, ну что, к нам прибавляются гости. Закрыли от солнца. Детей мне оставили, сами поехали на рынок. Играют. Sony PlayStation. Еще мой брат должен сегодня приехать тоже. Раньше сегодня куча народу. А я чем занимаюсь? У меня тут кверху дном все. Я мыть полы собираюсь. Так, как вы думаете, у кого новое свидетельство? Это у нас Денис. Тоже решил повышение квалификации сделать. Вообще он хочет работу поменять. Не знаю, пока ничего говорить не буду. Получится, нет, ну, короче, хочет на более оплачиваемую пойти. И вот у него учебный процесс, профессионал, транспортировщик, короче, 3-й разряд. Еще какое-то удостоверение ему дали. О. Наконец-то приехали Лерины вещи из деревни, которые она там оставляла, привезли. Лера куклу свою больше всех, говорит, ждала. Что там? Все тебе привезли? О, даже от бабушки гостинец тебе передали. Тортик надо его на кухню отнести, чайку попьем. Дэнди все развлекает. Коты опять в шоке. Да. Ох, ну-ка, что там? Еще целый пакет конфет от бабушки. Ой,
целый пакет яблок. Да. Это бабушки, наверное, такие выросли. Нам сосед приносил такие мелкие, маленькие, а эти уже большие. Помыть, наверное, надо, помойте. Это груша. А еще и груша, что ли? Да. Ничего себе. А где груша? Ты будешь яблочко? Нет. А конфету? Нет. Все развлекается. Бедная собака. Пытается нарядить ее. А Дэнни не нравится. Кайфует, скажешь, хоть со мной играет кто-то. Что еще? И джинсы будете одевать? Развлекается. Я представляю, как я буду на Ютубе. Я тогда была на Ютубе. Ты смотрела себя на Ютубе? Я даже поставила лайк и подписалась на канал. Ох, и всем так советую. Молодец. Смотрите, что Лере подарили. Связали. Это у меня сестра вяжет такие игрушки. Прикольно. Она давно мечтала. Связали ей. Класс. И как вы думаете, где мы в 7 часов вечера находимся? В Ашане, в канцелярию покупаем. И не только, у нас в целый город приехали. У меня сестра просто живчик. Полдня ехала в дороге, вот. Потом еще на садовод, на рынке 2 часа, 3 часа пробыла. И еще прибежала вечером, говорит, пошли куда-нибудь еще. Решили за вещами походить по Ашану, поездить. И Милану поехали, нам тоже нужно эту канцелярию закупить. Ой, кошмар, ходим теперь вечерком. Так, ну что, время у нас уже почти 10 часов. Мы только приехали с магазина, покупки. Короче, покажу в следующий раз. Там мало, в принципе, мы опять канцелярии купили, больше продуктов. Сейчас мы сядем за стол, пообщаемся, отдохнем. Вот. А завтра с утречка мы в зоопарке, парки у нас распланировано. Но это будет следующее видео. А вам спасибо, что смотрели видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.